добились своих побед и еще 6 югарчан. Трое из них праздновали свой дебют на профессиональном ринге. Руслан Питгерняк по итогам 4 раундов не оставил шансов сопернику из Узбекистана. Кагир Минутулаев одолел Асадбека Рамзиева. Еще одним дебютантом среди профессионалов стал победитель первых европейских игр Бахтавар Назиров. Выпускник Югорского колледжа-интерната Олимпийского резерва взял верх над Дмитрием Спиваком и единогласным решением судей добился победы. Честно сказать, я даже не успел понять, потому что 4 раунда всего было. И дистанция как бы короткая, и все так быстро проходило. Я не успел даже еще понять разницу между любителем и профессионалом. Не знаю, еще не понял, честно сказать. Первый дебютный бой и здесь, в Ханты-Мансийске, еще на вечере моего друга Альберта. Ну, это очень, это памятно.